Папа Смит, что ты делаешь? Ты можешь не пододвигать мне этот гребаный микрофон. Это обычная разминка. Хотели объединить все в одно видео, а потом подумали, что вы не любите смотреть долгих видео, поэтому нарежем, сделаем два разных. Сейчас я буду подтягиваться, отжиматься от пола и отжиматься на грузях. Просто такой трипл сет сделаем, посмотрим, сколько раз. Он хочет посмотреть максимальное количество, которое он сделает в каждом упражнении. Да, просто проверить свои собственные силы. Даст Бог мне это удастся. Сейчас я сниму майку, чтобы вам было стыдно, глядя на меня. Я сейчас мы отжимаемся, попытаюсь посмотреть, сколько там, раз 14, если получится. Повторение. Знаешь, обычно проверяют, насколько стареет твой организм. Если ты каждый год не выполняешь одно и то же количество повторений, или они снижаются вниз, вы стареете. Мы, кстати, летом снимали. Сколько там было повторений у меня? Посмотрим, не помню. Вернитесь несколько видео назад, посмотрите. На площадке мы снимали. Сейчас я немножко, 2 минутки отдохну и отожмусь от пола. Давно не отжимался уже, наверное, ну лет 5 точно, смотрю, сколько я отожмусь. Давно не отжимался от пола. Как там этот из тюрьмы, который 1500 раз отжимался? Давыдыч. Как? Войтович или как его? Давыдыч. Давыдыч, да. Старик. А ты красавчик, если ты выжимался. Я вам 40 сделаю за кис. Сейчас отдохнем и посмотрим, сколько нам будет заходить. 2 минуты. Ну, пожалуйста. Говорят, что негде же заниматься, спортзалов нет. Ребята, подтягивание, отжимание от пола собственным весом, на большое количество повторений при правильной технике. Причем технику можно менять широким, как мы делали в детстве, потом узким хватом. Широким — это на широкое развитие общей массы груди. Узким — для проработки каньона. По 4 подхода сделай по 40. Обосраться, мышцы заливаются нереально. И на брусьях. Плечо трясется. Честно, я отдохнул где-то 3,5 минуты. И скажу вам, что всегда уважал турники. И всегда говорил, что стрит-воркаутеры выглядят офигенно. Почему? Потому что владеть собственным телом и делать многоповторку — это единственный способ для них, чтобы накачаться и использовать собственное тело в многоповторном режиме. И результат будет — объемные мышцы, максимально развитые, натурально, при собственном весе. Вот сейчас как я, 16 тама подтянулся,
40 отжался, 4 минуты спустя еще не остановился. Сейчас попробую сделать отжимания на брусьях. Я уверяю вас, что не больше 16 повторений. Плюс я вешу сейчас 77 килограмм. Скажу, когда я приставки объединить это все, сделать суперсетом без отдыха, можно обосраться. Так что теперь, если все это повторить, 4 подхода по 3 захода, великолепная тренировка для тела. Вот, ну как-то так, не судите строго. Все, пока.